Итак, дальше нам нужно составить уравнение. Как это делается? Мы смотрим единственное условие, которое мы не использовали. Вот оно. Это условие на время. Что оно говорит? Оно говорит, что общее затраченное время равно 4,2. А значит, если сложить вот эти две величины, то мы как раз получим 4,2. Это и есть наше уравнение. Давайте запишем. Вот мы составили уравнение.